Новые баррикады выросли в центре Донецка вокруг здания областной администрации, которую с воскресенья контролируют противники киевской власти. Участники акции протеста опасаются силового разгона. Тем более в последние часы появилась информация о переброске в Донецкую область армейских частей. Днем на станцию Доброполье прибыл железнодорожный состав с бронетехникой, а также несколько сотен солдат в полном боевом вооружении. Колонну пытались остановить местные жители. На вопросы встревоженных людей военные отвечают, что участвуют во внеплановых учениях. По сообщениям украинской прессы, в Донбасс переброшены части мобильных десантных войск из Днепропетровска. Сейчас они движутся по направлению к Донецку.